Как подготовиться? Конечно, фортранс здесь не нужен. Фортранс необходимо применять для глубокой очистки, когда нам нужна вся кишка чистенькая, чтобы провести колоноскопию. В данном случае достаточно очистить только нижние отделы прямой кишки прежде всего, и для этого вполне достаточно клизм. Здесь допустимы самые разные варианты. Пожалуйста, обычные клизмы, скажем, литровые, можно провести две клизмы вечером, две утром. Можно также провести и клизмы поменьше, но, допустим, 2-3 клизмы также вечером, столько же утром. Можно использовать микролакс, можно немоклин. Это тоже очень хороший препарат, который по объему несколько больше. Лучше сделать одну клизму энемоклин вечером, одну утром перед исследованием, и все, и вы будете готовы.